Сальман аль-Фариси передал следующие слова. И это очень великие слова. И хотелось бы, чтобы мы не просто их читали на хутбе и слушали, но чтобы мы поняли эти слова, иншаллах, и старались жить по этим словам. И чтобы это было правило для нас и постоянное напоминание. Инна Аллаха азза ва джалла قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا ممقتا فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. Великие слова. Дай Аллах, чтобы это было нам напоминание постоянным. Салман аль-Фариси сказал: поистине Аллах субхана ва тааля, поистине Аллах субхана ва тааля, если желает погубить своего раба, он лишает его стыдливости. Лишившись стыдливости, человек становится ненавистным для других, неприятным для других. А когда он становится ненавистным для других, Аллах лишает его честности. Амана. Лишившись честности, он становится вероломным. А когда он становится вероломным, Аллах лишает его милосердия. Лишившись милосердия, он становится жестокосердным и грубым. А когда он становится жестокосердным и грубым, Аллах лишает его веры, иман. А лишившись веры, он становится проклинаемым шайтаном, сказал Сальман аль-Фариси. То есть все отсюда идет постепенно, одно за другим. Поэтому дай Аллах субхана ва тааля нам беречь это и всегда помнить об этом. И в конце хотелось бы провести еще один. Много об этом говорится в хадисах. Дай Аллах субхана ва тааля не просто нам читать и слушать, а делать хотя бы чуть-чуть из этого. Каля саллаллаху алейхи ва саллям валь хадис. Хадис приводится у Тирмизи, Ибн Маджа и у Ахмад бин Хамбаля. Аль хаяу мин аль иман. Стыдливость от веры. والإيمان في الجنة أفيرا الإيمان في رايو والبذاء من الجفاء а вот это вот отсутствие стыдливости, наглость, это от джафа. Джафа – это буад ан мин Аллах. Это когда человек отдаляется от Аллаха, становится далеким, не близким ко Всевышнему Аллаху. То есть стыдливость от веры, вера в раю, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тем самым он нас побуждает этому. А вот это отсутствие стыдливости – это от отдаленности перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. Валь-джафау фин-нар. А вот эта отдаленность от Аллаха, оно в нар, в аду, в огне. Да, Аллах, субхану ва тааля, чтобы мы были искренними рабами Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, чтобы следовали Корану и Сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Акулу ма тасмаун, астагфируллаху ли ва лакум ва ли сайрил муъминина мин кулли дзанбихи, фастагфируху, иннаху хуваль гафурур рахим, аль-джаваду аль-карим, ас-самиу адд-дуа.